Офигеть, это как мне просто подходить так до пассажира? Нет, Оль, давай три брефкейса. Оль, три брефкейса. Улыбайтесь, я вас снимаю. Оль, три брефкейса. Ебаню, брефкейсы. Смотри, за что. Радостная такая. Ядри, там, смотри, еще люди сидят здесь. Офигеть! Это кто там волосатый сидит? И Элис, да, рядышком? Я в гиле, а да, рядом Элис. А Роуч, это ты со мной, да? Капец, в каком-то отсеке сидят там. Чтоб Оля вечером был борщ готов. Там пищевой отдел какой-то. Мартиросян даже. Да-да-да, смотри. Да, точнее, Мартиросян. Шоколадка. Шоколадка. А, это шоколадка. Смотрите, мы что, мы погрузились. Да. Такая херня. Очень прикольно. Капец, ну-ка сделай погружение. Давай, капитан. А ты глубину выбираешь или нет? Или она сама? Это она сама подошла. Ядри. А картошку можно есть, грибочки? Ядри, ты на жж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 
Слушай, как... Какие-то у тебя странные отцепки. Вот он же похожий, блин. Из камеры посмотри. А у нее даже это... Как у самолета такие крылья есть. А там бенза сколько, Дик? Полно. Как она кушает? Элис, заправили мы с ним. Помедленно она кушает. Впереди айсберг. Уходи вправо. Бенз, не беспокойся. Стоп, машина. Вообще как Титаник. Полный назад. Полный подвод. Гидрид. Вон он стоит, вон он стоит. Да, конечно, будет здесь стоять, здесь людей там мало, Оль, только недавно стирал. Вот он стоит. Колес нет. Дорогой, сейчас мы будем кататься. Колес есть, два колеса есть. Нам надо три. Я сажусь на оператора. Ну-ка, подведи. Оператор станков. Убей этого зомбака. Едри. Оля заработала. Ура, крановщик. Едри, а можно к тебе сесть? Нет. Ой. Да ладно, я выйду, давай. Оль, каково быть в шкуре крановщика? Садись, куда он хотел к ней сесть. От первого лица, наверное, да вообще. Вау, садитесь. Мы можем починить его. Покатаемся. Но смысла не вижу. Садитесь, а как мы его будем переправлять, я не знаю. Поедет кто-нибудь на нем, в камине. Ну, а там же боты. А прикинь, такой махине ворваться. Ну... Видела, как кто-то проезжал мимо ботов, там отстрел, конечно, идет такой. Идри, тебе кажется, в камне застрял. Кабиной крутишь, просто прикрываешься. А, Оль, я в тебе сижу. Оль. В смысле? Я думаю, что у меня трава над этой. Да. Над камерой, от первого лица. Построить земляной забор, построить ворота, разрушить, выйти. Так я выхожу. Попробуй построить. Играйте. Во-во-во. Все, теперь я один сижу. Ну что, решай. Посмотрите на нашего инженера, механика, конструктора. Инженер-механик второй категории. Борт-механик. Он пистолетом все делает. Он настолько суров, что он может починить пистолетом. Экскаватор. Да. Саня, улыбнись. Тебя сейчас смотрят миллион просто. Да. А что написано, дать обезболивающее? Ты больной, Саня? Он больной. Чинили, что ли? Он просит дозу. Стой. Где там как два... Давай, руби деревья нахер! Руби нахер все. Поляна! Делаем поляну! Че он не ломает деревья, этот трактор? Какой-то робокоп, да? Ага. Ковш-коп. Ковши два... Он на нас едет. Это два сталкера там сидят. Я так не так! Спрятались, капец. Да мы перед вами стоим. Тормозни, тормозни. Во-во. Вас хоть в кадр зацепили. Ё-моё, ё-моё, ещё творят. Ты чё машешь? Успокойся уже. Окей. Я пытаюсь доехать, а мы с тобой все деревья сшибаем. Смотри задом ей. Стой. На бассейн, Кусман.
Давайте хоть сфотографируемся, что ли. Дурацкий. Вставайте. Вставайте, я уральчик себе подгоню. Я уральчик свой подгоню. Да видно, видно, его видно, не видно, не надо. Вставай, давай уже. Давай, видно, давай. Когда видно. Дим, два героя. Чего? Два героя, она сфоткать нас хочет. Мы привезли это. Так. Давай, Майк, рядышком. В смысле, Майк, он здесь вообще, что за бомж, я не пойму. Улыбаемся и машем. Див, ты не улыбнулся. Майк, ты моргнул. Саня чихнул. Все, молодцы. Молодцы, мальчик. Молодцы. Молодцы, все. Разбежались быстро работать. Давай, а я пока пойду пофоткаюсь. 25 дров, 15 камней, 2 мешка цемента, армирующий. 2. Сань, ты кликер, да? Сейчас стоишь, кликер. Кликер, да. Кликер первый уровень. Так, отойдите, пожалуйста.